Всем привет на канале Алёнушки. И сегодня мой питомец Кэти будет выбирать, что она сегодня будет делать в своей игровой форме. Да, привет, друзья, вы на канале Алёнушки. Давно у нас не видели, мы вот снова в эфире. И сегодня у нас в игровой форме будет проходить челлендж. Так, Кэти, иди туда. Кэти, ко мне. Маечка. Ну, тут два варианта. Как бы это курточка, это курточка. Так, Кэти, иди. Кэти, это сюда. Это курточка, это маечка. Кэти, иди сюда. Молодец, сиди. Кэти. Кэти, нельзя, фу. Кэти, иди сюда. Что ты сейчас делаешь? Я сейчас выкладываю картошку в стаканчик, Кэти нас порадует. Я сейчас положу муку и картофель, и одну смочистку, чтобы сварить. Сейчас у нас Кэти порадует. Какой следующий раунд будет? У нас следующий раунд задания. Мы будем либо закрашивать. А нет, у нас на третий раунд мы будем играть. Мы пойдем либо на улицу, мы пойдем на улицу гулять, прогуливать Кэти, либо мы поиграем дома мячик, либо мы будем выполнять разные команды. Что сейчас у нас будет? Сейчас мы будем играть. Так, положим в каждую мисочку кон. И посмотрим, что она выберет. Так, я закрываю. Угу. Ну что? Ушки раз, стоят на чеку. Два. А сейчас три. Еще объясни правила, что это она будет выбирать. Либо на улице, либо поиграть в мяч, либо... Команды будет выполнять. Ну что, Кэти, давай посмотрим. По порядку. Что тут у нас было? У нас тут была лежать фиолетовая. Этот 100% не улица. Угу. А это у нас. Кэти, ты у нас такая хорошая. Команды. Команды будет Кэти выполнять. Да. У нас случилось непредвиденное обстоятельство. Пока мы снимали видео, а Алена расшатался и выпал зуб. Сейчас мы вам покажем, какой зуб. Вот. Вот, представляете, вот такой вот большой зуб молочный выпал. Вот. Ну, а теперь будет Алена с Кэти выполнять команду. Да, за каждую команду я буду Кэти давать один маленький кусочек корма. Да, давайте. Так, я возьму мячик, чтобы у нее... Кэтика, сидеть. Молодец. Так. Теперь у нас будет разминочка. Я ей должна бросить очко, а она должна словить. Посмотрим, словит она или нет. Какая она у нас метка или нет. Так, ну Кэти, ты помнишь эту команду? Ко мне.
Ко мне. Коечки? Ух ты, молодец, ловила. Так, давайте еще раз. А мы можем Кэти попробовать гол забить. Могу я ей попробовать гол забить. Посмотреть, как она мяч будет ловить. Да, давайте. Съемка. Так, Кэти за мячом. Пробивая ворота, Ленка. О, молодец, Кэти словила. Так, еще раз давай, Кэти, потом получишь вкусняшку. Так, Кэти, давай ты подальше ставишь. Молодец. Ленка пробивает ворота, Кэти ловит. Она пытается пробить. Кэти на чеку. Алена еще раз. Сейчас Алена еще раз будет пробивать. Вот, Кэти словила. Молодец. За это полагается корм, правильно? Да. Сейчас я не дам. Молодец. Сидеть, Кэти. Кэти, тебя кто-то просил, зайчика? Раз. Она смотрит или нет? Алена бросит еще раз мяч к этим воротам. Кэти, где мяч? Так. Лови мяч. Только еще. Три. Почти. Ну, Кэти, молодец. Ну, у нас еще один раунд, да? Четвертый. Ну, у нас еще второй тур будет. У нас этот раунд будет идти по заданию. Кэтика, не дергай. Там будут разные задания. Там у нас будет либо разукрасить вот такую вот красивую закраску, такую вот барыню, принцессу. И вот, принцессу. Что у нас будет второе? Второе будет позаниматься. Позаниматься я буду прыгать на скакалке. Окей. Так, я сейчас ложу. Марш, так. Не спеша убирает. Так, еще что-то у нас тут выиграло. Оранжевый цвет. Так, эти иди. Что ты мне тут скажи? Так, иди к маме. Оранжевый цвет, что это? Давайте посмотрим. Тут у нас будет поиграть. Я буду играть на пианино. Ну, Алена будет играть на пианино. Так, сейчас. Я две мелодии сыграла, первая. Скрипку сыграем.
Все, молодец. Что, будем выполнять оставшиеся задания, да. Это прыгать на скакалке и разрисовать Барби. Да. Так, мы сейчас откроем чемоданчик. Мне вот такой вот чемоданчик красивый подарили на Новый год. Такой вот. Пони. Да, дедушка Мороз подарил. Так вот так вот расстегиваешь, вот так вот одел. Тут два льда. Тут палитра, я нарисовала, была чайник, не дорисовала. И еще карандаши и фломастер. Фломастер нарисовала рисунок. Угу. Я буду карандашами разрисовывать Барби. Угу. У меня вот такой вот рисунок Барби. Угу. И сейчас мы будем ее разрисовывать. Она у меня будет руки кожаного цвета, такой вот красивенький. Кэти вот такой же бантик. Вот бантик. Так, вот такой бантик. Бантик. Алена разрисовывает Барби. Я уже дорисовываю кожу. Она, мне кажется, тут на... Алена раскрашивает волосы. У меня будут у нее волосы, такие вот желтые. Вот, Аленка раскрасила уже волосы. И сейчас разукрашу цветочек. Цветочек. Так, это уже Аленка пошла разрисовывать. Я даже вот так вот аккуратненько сделала темным цветом кожи. Такая вот Барби. Фон. Это луна, а это она стоит на звездном небе. Еще я не до конца. Вот такой вот замечательный рисунок, как разрисовала. Барби, это в звездном небе. Да, как? Это она на травке стоит после свадьбы. Она ее сфоткал человек, ее муж. Кен сфотографировал. Да, Кен. Это на таком красивом виде луны, в звездном небе. Она стоит на травичке, как он просил с мамой в таком розовом платье. Как прямо ты, да? В розовом платье. Да. Красота. Вот у меня даже такой какой-то мимо. Угу. Вот. Красота. Я буду прыгать на скакалке. Ну что, мы все наши игры показали, челленджи, раунды. Ребята, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Да, всем, друзья, хорошего дня, вечера. Спасибо за... тоже все желаю. Да, за то, что смотрите нас. Она немножко рычит, вот такой характер у Пинчера. Но это она вам желает. Всем. Она так желает вам хорошего в этом году счастья. Все, до новых встреч.